Ну, добрый день. Еще вот раз мы показываем. Просто дополнения тут небольшие произошли. Вот тут я добавил полосу. Тут зазор как бы убрал. Жесткость придалась. Потом ручку такую наварил. И видите, ставить двумя руками, конечно. Раз там. Убрались. Сталь 1,5 миллиметра. Эти штуки у меня были в другом репортаже. Не знаю, может быть, приклею потом к этому репортажу. Вот сюда они ставятся. Вот сюда. Эти вот сюда. Ну и с той стороны также. Вот. Дальше, блин. Здесь вот такая была штука. Вот она. Вот так она тоже. Пазы. Раз. Отсекли. То есть здесь жарится. Тут можно дрова жарить. Убрали. Кстати, полочки для мяса там. Ну, их можно чем-нибудь, может, покрасить. 900-градусной краской. А можно не красить. Вот. Не надо. А то будет лететь на мясо. Да. Потом. Вот такая вот размер. Здесь можно дрова. Раз. Здесь у вас шашлык. Вот так. Шампура. Вот. И вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хотите там сами порежьте, хотите ничего не режьте, может вот так накладывать. Все. Здесь типа вот так положили, раз, положили, вот так по диагональке, раз, положили, закрыли, да? Так, тут у вас, чтобы дым туда шел, вот это, наверное, убрать надо. Это убрать. Тут дрова, там, может, какой-то коптил там с водой, чтобы дым шел больше. Я думаю, закрыли. Может быть, часть тут закрыть, чтобы туда шла тяга. Вот. Но регулировать как? Потому что где-то больше, где-то меньше, что-то подгорит. Я, честно говоря, не экспериментировал. Может, дырки все закрыть. Тут надо что-то. Или часть там взяли. Взяли длинный, закрыли. Вот так вот. Вот так вот, да, вот так закрыли, вот, вот так закрыли. Можно закрыть так и вот так. Ну, естественно, там закручивается, вот они, гаечки. Может, то есть, вот так, чтобы тяга отсюда шла сюда и пошла, как здесь, чтобы она выходила. Вот есть, как в печке, хопа, побольше, поменьше. Потом, что там есть еще? Видно им там? Видите, крест? Крест. И это цеплять, типа цеплять. Типа цеплять. Сейчас я залезу на стол. То есть, видите, для усиления. Вот планочка. Здесь 1,5 миллиметра. Здесь ручка. Одна, вторая. Что тут? Вот мы зашли. Видите, крест? Крест. Вот направляющий, по которым ходит вот эта штукенция. Штукенция. И это можно зацепить, там какой-нибудь крюк, и туда курицу там или что-нибудь подвесили, и она у вас висит. А это регулировать тягу, может больше, меньше, вот она. Хоп, 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 дырочка, щелочка, вот она держится. Все, видно, наверное, да? Элементы здесь, все из четверки, абсолютно. Это 12-й квадрат, смотрите, там другие репортажи о нем, я просто 10-й раз повторяться не хочу. Вот. Вот так вот. Наконец, полочки я сделал. Закрыли, да? Хопа, все. Ручка еще есть с двух сторон вареная. Это и усиление, и декор. На нее, кстати, крышка опирается. Четверка, дырки очень часто. Надо, вот так отрезали. Отрезали. Там половину. Тоже можно регулировать. Больше, меньше. Пошло. Да здесь дрова. Потом, где эта штука, вот, а штукенция, взяли вот так, хопа, может просто типа барбекю, то есть положили, ну это надо экспериментировать, мне шашлыки есть некогда, я тут особо не могу вам дать личного жизненного опыта, мало, вот, вот так, хопа, хопа, и сюда, хопа, вот. И по... А, да она, наверное, не нужна будет тянуть, может. Ну вот. Как-то вот так можно. Поставили, да? Просто. И у вас там будет более... Жар не будет уходить, и она более, как говорят, сочнее будет. Там, вот, на шашлыки поставили. На шампура. Вот. Видите?
Конечно, тут отсюда будет что-то выходить малость дым, но это ничего, я думаю, страшного. Может быть, и эту надо убрать. Вот, закрыли. Подровняли вот так. Ну, тут просто... Вот, она так стоит. Да, тут может быть чуть-чуть идти. Ну, и отсюда пойдет, потянет. И туда. Может быть, заодно и коптиться будет. Это надо пробовать. То есть у вас там это... Идет сюда еще тяга, дымок. Может быть, сюда поставить туда. Вернее, вот, на дно. Поставить какую-то там кастрюльку там с опилочками. Она вот тут лежит на дровах, допустим, да? И дымок от нее еще пойдет. Может, заодно тут мясо как-то поджарится. Может, прокоптится. Но это, естественно, горячее. Все надо пробовать. Вот, то есть у вас здесь... Это уже барбекю получается. Правильно я вроде называю, да? Или гриль. Ну, ладно. Я уже все забыл. Закрыли. И пошло. Ну, вот так даже, думаю, иногда шашлык лучше жарить. Потому что как бы накрыл. Жар. Все равномерно. И должно получиться вкусно. Ну, когда я сам попробую, ну, себя-то, я думаю, всегда буду хвалить. Поэтому вы сами пробуйте. Вот, а это вот так вот она, смотрите, видите, регулируется. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И пошла вот так. Вот, конечно, она пожестче эти нужны. И вот она пошла, да? Вот она у нас пошла. Вот. Что еще? Может быть, дырки надо кому-то побольше рассверлить. Хотя, тут в зависимости от какой у вас... Эти самые шампура. Ну вот так вот. Все надо, короче, еще пробовать, экспериментировать. Швы тут проварены надежно. Тут все тоже надежно. Я говорю, еще раз повторяюсь, сталь вся из четверки. Эти тоже листы из четверки. Петли тут точеные. Вот так открылись. Жестко она вот так. Хоп. И все плотненько довольно-таки. И у вас все. Цена у нее будет на сайте, но она где-то что-то в районе 12 тысяч у нас. Ну, вот так вот. Вот. Крышка, конечно, может, надо здесь тоже еще усиливать. Может, от температуры, когда, знаете. То есть, вот без шампуров. Вот берем вот так. Вот я одной рукой, видите, даже две. Хопа. Вот она стоит. Вот видите, у вас две. Вот такой вид. Видите, вот она вот так. Вот. Ну, тут, может, если и будет какой-то небольшой, думаю... Вот она стоит. Вот такой еще тут бортик у нас. Видите? То есть вот так, наверное. То есть лежит. И закрыли. Все. Но если на шампурах, она, конечно, выше. На шампура поставили. Все, закрылась крышка. Я говорю, то есть от температуры может, конечно, ее немножко повести. Но это надо, конечно, может усиливать. Все по периметру. Но это усилишь, будет еще дороже. Уголком. И сталь тогда можно брать не 1,5 миллиметра, а там 3. Это еще дороже. Красть еще дороже. Ну, смотреть продолжение. Да, от нее. Шампура у нас обычно в комплект не входит. Вынимаем ее. Ну, вот я уже, видите, дальше смотреть. Вот он уже зеркало тут я начал делать. Вот такое. Видите, кованая полоса. Тут 60, 45 на 80, там 50, что-то. Вот, это будет каркас под нее. Дальше вот так будет каркас, в который зеркало вставляется. Дырочки будут. Это будет у нас еще далее.